Привет, любознательным! Сегодня я расскажу вам, как безопасно имплантировать интерфейс, не вскрывая черепную коробку, диагностировать рак за несколько минут и определить состав стекла. Подробности далее. Итак, в мире. Специалисты университета Мельбурна разработали устройство, позволяющее безопасно имплантировать нейрокомпьютерный интерфейс в головной мозг. Размер устройства, получившего название Strand Road, сравним с обыкновенной спичкой. Имплантирование осуществляется с помощью катетера для ангиографии, введенного в сосуды шеи и мозга, и не требует открытой хирургической операции. Методика снижает риск возникновения травм, не мешая при этом обеспечивать работу нейропротезов. Наиболее актуальная разработка, по мнению исследователей, представляется для медицинской и оборонной отраслей. А российские ученые теперь могут определить, есть ли у человека рак, всего лишь за несколько минут. Новая уникальная технология – сверхточный анализ крови. Благодаря нанотехнологиям в, казалось бы, примитивную бумажную тест-полоску ученые смогли впихнуть целую лабораторию. Для анализа следует капнуть на полоску образец крови. Все остальное – дело ученых и врачей-диагностов. Точность определения, по словам создателей теста, даже выше, чем в лабораторных условиях. На данный момент простая и гениальная тест-система находится в экспериментальном режиме. И напоследок в Татарстане. КНИТУ КАИ представил на проходившей в Саратове 8-й международной конференции «Стеклопрогресс-21» результаты исследований, посвященные экспресс-анализу стекла и стекольной шихты с помощью многоканального измерительного регистратора производства научно-производственного объединения Государственного института прикладной оптики. Регистратор позволяет определить элементный состав различных видов стекол с высокой степенью точности. Прибор может быть установлен на любые спектрографы и квантометры отечественного и зарубежного производства. А на этом все. We'll be right back.